Всем привет! На канале Dynasty вышел клип у 39-го Е-Е-Е. Я так понял, это, наверное, фит с Фараоном, да, будет? Один их мы фит слушали, и на самом деле мне тот фит, который мы слушали, он как-то мне не вкатил, потому что там у Фары там было, может, секунд 20, я не знаю сколько, это очень мало, ребят. Надеюсь, этот клип и, этот, и эта песня меня не разочарует. Ну, так что давайте вместе смотреть, на кто не подписан. Милости прошу к нашему шалашу. Потому что от Фары будем смотреть все альбомы, слушать его, да, как бы уже какие мы глянули. Фосфор глянули, Флору глянули и Правила глянули, миллион долларов. Этот что-то миллион долларов, там что-то там глянуть еще альбом. Так что как бы оставляйте свой комментарий, какой следующий альбом глянуть. Хотя нет, у меня следующий альбом будет доллар. Доллар, потом будет какой-то еще альбом. В общем, разберемся. Погнали смотреть. Как бы если сравнивать эту песню и тот трек, это гораздо лучше, гораздо качественнее, гораздо и приятнее, как бы, слушается именно от этого исполнителя. Хотя я уже говорил то, что он мне не нравился поначалу, а сейчас как бы он уже как-то звучит иначе. То есть для меня он открывается с другой стороны, так сказать. Сразу не лучиха, сука, секс, какая роль, ты и просто сука, секс. Пошел, приду к вам, пидорас, и расхуячу пару лет. Мой мой сам, а тут Фары Е нет разве на фите? Сейчас, подождите. 39-й. Я когда смотрел, у него вышел же сегодня этот EP вышло, да? Я когда смотрел его как бы список треков, там вроде бы вот этот фит был с Фараоном. Ну 39-й, а чё он не высвечивается? Сейчас. Короче, клип очень классно снят, на самом деле. Фара гений вытянул трек без слов. Продюсирование Глеба, энергичный клип и трек. Да-да-да-да-да. Я на дне, со мной ко мне пришла беда. Я на дне, со мной только моя тоска. А нет, получается,
Да. Фит с фараоном, но его тут нет. Как? О! Усапсыку них, а ты по жизни чё по саске, но ни разу не учиха. Сука, сын святая роль, из ты просто... Может, я его просто не расслышал? Да, я просто, ребят, немного не расслышал, на самом деле, потому что, может, отвлекся, да, то есть, на самом клипе его не расслышал, да. Так, ЕЕ фит фараоном, Блэст фит фараон. Ну, тут еще есть, типа, трек с фарой, да? Топ-дог. Давайте его глянем. Фара и... 39-й и много знал. Давайте его сразу глянем. Остальные песни. Ну да. А я кипит, пока делю на базе у спапи. Каждый день та же хуйня, вот сука, прямо тут, бля. За рубль мясорубка моя, шлюха, курит трубка. Если ты будешь белье, с нём воняет падик. Я пацан честный, но тебя ёбну за фоматик. Кто потупее видит, как на кратере могилу. Там где-то со щегол мы видим не одну возможность. Я не безгрешен, просто светлый, господи помилуй. Но я на все, чтоб жить по-человечески роскошно. И чё нам гильзы, пусть хоть с неба сука льется ливня. Соседа при таджик и износила воли целку. Слышь, не могу мне поебать, там рубль. Насиловали целку. Что у Melon Music, что здесь? Ну как так, ребят? Ну как так? Ну зачем вам это петь? Ну зачем? Ну есть же много вещей, о которых можно там петь, да, читать рэп. Зачем именно вот это там целку, что-то там... Короче... Гривна, с района тёлки на шалавле мне вылазит в центр. Всех единит, однах меня мудила, догадайся. Щегол ебаный, нет твой детский комедийный рэпчик. Их единит, а то подлянки, сука и лекарства. Кто ненавидит свою жизнь и ненавидит вечно. Я говорил, твори свои баллы, но они меня не слышат. Я не ставлю пожалеть тебя, мудил. И я калечу мудаков, прям при их тёлках. Нахуй всё великодушие, великодушие. Я не буду даже, блядь, с тобой базарить тут, потому что ты опущен. Потому что ты опущен. Дорога стелется под ноги по ней идущего. Я во все оружие, во все оружие. Надо прожидать, не депрессионально. Надо понимать. Я так понял, это много знал. С ним я еще не знаком. А нет, я его вроде бы слышал где-то у кого-то... На фите, может, где-то слышал, не помню точно. А, точно, мы слушали его на этом... На этом, на альбоме Фараона, как назывался? Где там это... Блин. DMMG, вот эти песни, короче, там мы слушали на альбоме, много знал, точно. Я же уже знаком, значит, просто я мало слушаю. Что такое война? Пидорас, боже, война. Не познать, как под брус видит глубока тайга. Помню, кто бы здесь, то, что помню, кто бы здесь. Не смотри, как я рассудка, не дотронетесь. Паранойя, поцелуй меня с тобой везде. Пусть тебя опять разбудит незнакомый смех. Вот и пить, и мать, и не проснется, если качает. Бесполезные ебалы, чайник умничает. Сука, хохочет, хохотун, хуев, потом бунтует. Такой ты, сука, деповный. Я говорю, ставлю пожалеть тебя, мудил. И я калечу мудаков, прям при их тёлках. Нахуй всё великодушие, великодушие. Я не буду даже, блядь, с тобой базарить тут, потому что ты опущен. Потому что ты опущен. Дорога стелется под ноги по ней идущего. И я во все оружие, во все оружие. А вот здесь меня очень сильно вкатил. Ну, это фара, само собой. И много знал вкатил. А 39-й мне тут не понравился. Ну, то есть, типа, в клипе и в песне «Е» мне он понравился. «Блэст», который мы слушали, мне он понравился 50 на 50. А вот тут мне он совсем не понравился. Поэтому я его, ну, эти песни сольные, «Улитка», «Глупым, счастливым, молодым» я слушать не хочу. Ну, так что, как бы, пишите свои комментарии.
нравится вам, не нравится, что хотите видеть на канале. И добавляйтесь в ВК, друзья, в Инстаграм можете оформить. Как бы я буду не против. Ну так что обязательно оставляйте свои комментарии. Вот реально обязательно ставьте мне. Это очень важно для меня. Мне же важно тоже как бы услышать ваше мнение и с вами общаться по поводу, обсуждать что-то. Поэтому всем удачи, всем пока.